Неделя прошла быстро, и снова в прямой эфир Абаза ТВ выходит передача «Наше время». Я ее ведущий, Левон Галустян. Приветствую всех, кто собрался у экранов своих телевизоров. В этот четверг, 20 февраля, в Сухуми 20:15. И мы начинаем. Спасибо, что продолжаете смотреть наш телеканал. Напомню, что в прямом эфире передача «Наше время». Новостью номер один по-прежнему остается тема конституционной реформы. Это неудивительно. Вопрос о необходимости внесения поправок к основному закону попал во внутриполитическую повестку несколько лет назад. Но в последнее время к нему проявляется особый интерес. Во многом после январского рассмотрения в парламенте законопроекта об изменении некоторых глав Конституции. Документ не прошел. И здесь получилось так, как в известной поговорке: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В обществе с новой силой возобновилась дискуссия о необходимости конституционной реформы. К счастью, это не просто разговоры. Депутаты, представители администрации президента, общественные деятели, словом, широкий круг заинтересованных лиц пытаются ответить на главный вопрос: какие именно поправки нужно принять. Первая попытка была сегодня. Член общественной палаты Алхаст Хагушев инициировал круглый стол, за которым можно было увидеть людей разных политических воззрений. По-моему, встречи в таком формате еще не было. Так что Алхасу говорю спасибо, а сейчас короткая пауза, после которой представлю своих собеседников. Итак, в студии «Нашего времени» известный юрист, кстати, руководитель первой рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Томас Кецба и главный советник спикера парламента по правовым вопросам Зарина Габеева. Оба участвовали в сегодняшнем круглом столе, вот, и, как вы поняли, обсуждаем мы конституционную реформу. Итак, Томас Иванович, Зарина, добрый вечер и спасибо, что нашли возможность прийти к нам в студию. Собственно говоря, круглый стол не так давно закончился, вы никуда и не уходили, по-моему, из этого здания. Почти. Скажите, вот сегодняшний разговор, сегодняшний круглый стол дал ли вам ощущение того, что лед тронулся и в конце концов удастся прийти к какому-то компромиссному решению? Томас Иванович, давайте начнем с вас. Ну, предметом сегодняшнего круглого стола были такие вопросы, как поправки в главу 5, это судебная власть по Конституции Абхазии, и 7 глава, порядок внесения поправок и пересмотр Конституции. На мой взгляд, достаточно такой предметный разговор состоялся. Мне показалось, что все испытывают такой вот откровенный дефицит в такого рода форматах общения. Да? Одно дело, когда заседает парламентский комитет, когда это даже парламентские слушания. Но когда к обсуждению таких важных проблем привлекается общество, экспертное сообщество, общественные деятели, ну, максимально широкий круг людей, я думаю, это всегда полезно. И я даже сказал, что по такой теме много обсуждений не бывает, то есть их всегда будет недоставать. И мне кажется, то, что сегодня состоялось, это еще один вот такой позитивный шаг в том, чтобы максимально обстоятельно, скрупулезно рассмотреть эти проблемы со всех сторон, как бы посмотреть на все возможные какие-то издержки потенциальные там, и так далее, и так далее. То есть у меня сугубо такое позитивное отношение к сегодняшнему разговору. Зарина, ваша оценка сегодняшнему мероприятию? Какой разговор состоялся? Ну, сегодня действительно после уже практически почти месяц прошел, да, как состоялось заседание парламента, когда было принято решение отложить данный законопроект. И сегодня, наконец, наверное, общество услышало о том, что именно явилось препятствием для принятия законопроекта в окончательном чтении. А что явилось, Зарина, препятствием, если можно? Давайте раскроем скобки и проинформируем телезрителей. Я думаю, что аудитории было бы это интересно. Что помешало принять законопроект в третьем окончательном чтении? Вы знаете, Левон, например, когда было принято решение о том, что законопроект будет отложен, лично я буду говорить за себя, для меня была неясна причина, почему вдруг
вдруг такая ситуация сложилась, потому что до этого момента рабочая группа парламента работала, комитет проводил открытые слушания, туда приглашались юристы, общественные деятели. То есть достаточно можно сказать, что данный вопрос он обсуждался в широком кругу, в широком общественном кругу. И когда сложилась такая вдруг ситуация, это для многих, можно сказать, стало неясным. Вопрос не раскрылся, почему такое произошло. Но сегодня были высказаны мнения, о том, что необходимо менять в комплексе, да, были такие мнения, что необходим комплексный подход изменений Конституции. И единственное, что могу сказать, что сегодня мы наконец-то увидели, был представлен вариант тех поправок к уже законопроекту, который, наверное, на взгляд авторов этих поправок и явились причиной. Скорее всего, я думаю, так, потому что то, что было нам представлено, ну, парламенту то, что было представлено, пока не в официальном виде, это наверняка и явилось причиной такого не хочу говорить кризиса, но... То есть вы как бы разделяете позицию Томаса Ивановича, который говорит о предметности сегодняшнего обсуждения. То есть уже есть какой-то конкретный законопроект, который выносится на рассмотрение. То есть какая-то болванка, я так понимаю. Я не могу ли вам ответить на этот вопрос достаточно конкретно, потому что данные поправки, они пока не внесены официально в парламент. Это было сегодня, вы видели на круглом столе, то есть буквально вот за несколько минут до окончания круглого стола разговора они были нам представлены. А известно, кому принадлежит авторство этих поправок, Томас Иванович? Кто выносит на обсуждение данный пакет? Насколько это я понял, это прозвучало во время круглого стола. Это вот группа депутатов первого созыва. На нашем круглом столе присутствовал Олег Нестерович Домени. Вот. Он и его, видимо, коллеги по тому парламенту. Я не знаю, какой широкий круг заработал над этими поправками, но они, во всяком случае, были представлены от их лица. И все-таки, о чем идет речь? Это как-то перекликается с тем, что было предложено вашей комиссии, Томас Иванович? Мы понимаем, что в 2005 году указом президента вы возглавили такую рабочую группу. Это смежные вещи, аналогичные, или что-то другое предлагается? Или вы еще не ознакомились? Я, честно говоря, не могу сказать конкретно, в чем смысл этих поправок. Но, конечно, в принципе, все вопросы, все суждения, и все они локализованы вокруг темы. Главная тема – это судебная власть. И, в частности, вопрос об учреждении Конституционного суда в Республике Абхазия. Вот это то, что касается пятой статьи. И не менее важный вопрос – это, конечно... Седьмая глава – это порядок внесения поправок и пересмотра Конституции, да, потому что это очень важный вопрос. Ну, в Конституции вообще нет второстепенных вопросов, но установить и легитимизировать процедуру изменения Конституции – это очень важно. Поэтому, конечно, все проявляют такой повышенный интерес именно вот к тому, как это будет выглядеть и вот последовали вот эти вот поправки. Я думаю, в любом случае к ним надо отнестись с максимальным вниманием, потому что любое рациональное, любое полезное предложение, оно на общую пользу будет только работать. Вы затронули тему учреждения Конституционного суда. На первоначальном этапе многие в нашем обществе разделяли эту идею. Но сейчас, когда, собственно говоря, предложен соответствующий законопроект, формирующий как бы этот новый институт, звучат как бы и мнения противников этой идеи. Скажите, почему, как вы считаете, в чем смысл вот тех заявлений, которые говорят, что Конституционный суд Абхазии не нужен? Зарин, может, вы как-то можете объяснить позицию этих людей? Вы сами какой придерживаетесь? Левон, вы задали очень сложный вопрос. Позиция людей. А я, в принципе, придерживаюсь той позиции, которая сегодня у нас регламентирована в проекте конституционных поправок, это учреждение Конституционного суда, и такая позиция, в принципе, была заложена еще с 2005 году наша комиссия была, с 2005 года, и процедура формирования Конституционного суда, она была аналогичной, которая сегодня прописана у нас в проекте. Единственное, что хотелось бы сказать, очень много вопросов возникает по поводу
количественного состава Конституционного суда, по поводу того, как, каков будет порядок избрания председателя Конституционного суда. То есть процедурные моменты, которые в Конституции... И порядок формирования самого Конституционного суда. И порядок формирования самого Конституционного суда. Такие, некоторые из этих моментов, конечно же, можно заложить в Конституции. В Конституции можно, наверное, есть у нас и примеры иностранных государств, когда Конституции состоят из более 100 статей, которые регламентируют практически все сферы общественной жизни. Но дело в том, что в парламенте параллельно с тем, как проходила работа по поправкам Конституции, доработки поправок Конституции, также у нас была создана рабочая группа по судебной реформе, которая параллельно с другой рабочей группой разрабатывала и разработала проект закона о судебной власти, который включает в себя, который вносит новый взгляд на нашу правовую сферу в области судебной власти. То есть процедура формирования Конституционного суда должна быть прописана в совершенно другом законе, я так понимаю, в законе о суде. Нет, процедура формирования Конституционного суда может быть прописана и в самой Конституции. Конечно, и сегодня мы увидели в тех поправках... А тот проект, который 30 января обсуждался, он предполагал порядок формирования? Или речь просто шла об учреждении этой контролирующей структуры? Порядок формирования он предполагал. Он предполагал, как будет формироваться. То есть по представлению президента парламент будет... избирать судей Конституционного суда. Однако проект закона о судебной власти, он раскрывал скобки, так сказать, этой нормы и более детализировал это положение и прописывал такие нормы, что депутаты парламента также обладают инициативой предлагать президенту кандидатуры для того, чтобы он предложил их уже в парламент для избрания данной кандидатуры на должность Конституционного суда. Он предполагал также порядок избрания председателя Конституционного суда. Сегодня очень часто слышатся разговоры и в социальных сетях, и в обществе о том, что председателя Конституционного суда назначает президент. Однако проект закона о судебной власти, он предполагал совершенно иной порядок избрания председателя Конституционного суда. Мы предоставили это право, парламент предоставил в законопроекте это право судьям Конституционного суда, что, на наш взгляд, является наиболее демократичным аспектом в данной сфере, потому что сами судьи будут избирать лицо, которое будет возглавлять Конституционный суд. И то... Он будет избираться по проекту на 3 года. Мы знаем, что предоставили право 15 лет, да, предоставляется. Да, увеличить срок полномочий. Срок до 15 лет. И таким образом получается, что все судьи Конституционного суда, они могли бы, в принципе, занять место председателя. Ну, это если теоретически совсем подходить. Томас Иванович, насколько целесообразно создавать Конституционный суд? Как вы считаете, вы за или против? Хороший вопрос. Я в том смысле, что дополнительная нагрузка на государственный бюджет. Да, есть такая проблема тоже, особенно в нашем небогатом пока еще государстве. Вообще этот вопрос, я вот тоже на круглом столе это тоже подчеркнул, нельзя вне политического контекста рассматривать нельзя, хотя... Некоторые суждения, мне кажется, вот они страдают такой излишней абстракцией, то есть вот это сугубо правовой орган, сугубо занимающийся Конституцией, но это орган, который будет рассматривать обращение к нему по поводу принятия политических решений, законов и так далее. Они рождаются в ходе политического процесса. Вот. И, естественно, тут нельзя не подчеркнуть, что... Вот Конституционный суд — это только одна из форм возможных в мире существующих форм конституционного контроля. Есть американский опыт. Кстати, он у нас был заложен в нашей нынешней Конституции, когда функции конституционного контроля были вменены и по-прежнему, пока еще действие эта норма Конституции, отнесены к Верховному суду. Но Верховный суд по разным причинам, по каким-то своим причинам, не стал работать в режиме конституционного судопроизводства. И последнее время вот как бы возобладала, скажем так, позиция о том, что надо создавать отдельный конституционный суд. Но вот Зарина как бы сказала одну часть проблемы, но
опять же, исходя из политической ситуации, из политических реалий, которые всегда будут, политическая борьба будет, политический плюрализм существует, слава богу. Вот. И Конституционный суд будет в центре этих процессов очень часто находиться. Вот. И здесь нельзя не учитывать такой вопрос, как создание гарантий деятельности Конституционного суда. Здесь у меня возникает очень много вопросов. Это то, о чем вы сказали, финансовые, как вы, да, финансовое обеспечение деятельности Конституционного суда. Ведь ни для кого не секрет, что наши сегодняшние судебные органы, несмотря на то, что в Конституции, в законе о судоустройстве и о статусе судей прописано, что судьи независимы и так далее, реальной независимости нет. И я не знаю, открою вам секрет или нет, вы как депутат, я хочу это сказать. Томас Иванович, в данном проекте я выступаю в роли журналиста. Да, нет. Я хочу вам сказать, это я знаю как практикующий адвокат. Принято считать, что суды зависят только от исполнительной власти. На самом деле это далеко не так. Я в частных беседах со многими судьями... Наш брат тоже пользуется телефоном. Многие судьи в частных беседах жалуются, что от депутатов нет спасения, от звонков депутатов. Я хочу, чтобы это прозвучало тоже. Так что в равной степени на суды пытаются воздействовать и законодательная власть, и исполнительная власть. Томас Иванович, какой порядок формирования Конституционного суда вам проблема ближе всего? В том, чтобы Конституционный суд не стал таким же зависимым. Порядок формирования. Зарина порядок формирования я, например, предложил, учитывая вот сегодняшнюю политическую ситуацию, может быть, 10 лет назад бы я, может быть, не зацикливался на это, но учитывая уровень вот политического, сегодняшние политические процессы, да, уровень, так сказать, полемики, скажем, да, он не очень всегда устраивает, непримиримость взглядов по отдельным вопросам. Я считаю, что можно воспользоваться такой европейской практикой, она существует не в одном государстве, кстати, в Армении существует такая практика, когда формирование Конституционного суда происходит на паритетных началах. Часть членов Конституционного суда предлагает президент, часть предлагает законодательный орган. Кстати, эта идея была высказана в стенах парламента, если я не ошибаюсь, по-моему, депутат Конкварча впервые озвучил эту идею о том, чтобы на паритетных началах. Вот я, например, считаю, что сейчас этот путь был бы оптимальный, и он бы многие как бы вот искусственные, может быть, нагромождения, какие-то недоверия, там, я не знаю, друг к другу, может быть, часть бы из этих вопросов бы, может быть, снял. Пытаясь восстановить хронологию принятия законопроекта о поправках к Конституции, очень многие ссылаются на рабочую группу Томас Иванович, которую вы возглавляли в 2005 году. Мысленно, если можно, давайте вернемся в тот год. Скажите, над чем вы тогда работали? Зарим, вы тоже входили в эту рабочую группу, если можно. Вы знаете, значит, перед нами не стояла задача, нам никто не формулировал задачи заняться реформированием 5 и 7 главы. Да? Поэтому мы исходили из своих собственных представлений, да, из своего понимания ситуации, из нашего анализа сложившейся ситуации. Вот у вас был в эфире Андрей Михайлович Джергени, он очень правильно сказал, ведь наша Конституция была принята сразу после войны. А война – это концентрация всех ресурсов и политических решений в одном кулаке. Да? То, что и было сделано, слава богу, успешно. Но время поменялось. Да? Нам надо вводить демократические институты, механизмы, да? Для того, принципы народовластия, чтобы были не декларативны, а реально действовали. Такие формы, как референдум. Мы очень часто в абхазском обществе очень часто любят говорить о народных сходах, как в форме на волеизъявления. Но согласитесь, их очень не так уж и много. Для сравнения, если возьмете Швейцарию, в год в Швейцарии проходит до 30 референдумов. Причем большая их часть происходит на кантональном уровне. Да, на региональном. Да, вот кантоны. Швейцария это федеративное государство. Вот отдельно. Любой вопрос может быть предметом народного обсуждения кантона или всей страны. И это играет очень позитивную роль, потому что народ чувствует свою сопричастность. И потом, в конце концов, кого они будут винить, если они что-то приняли не так? Власть тут ни при чем. Это мне... Власть может влиять в процессе обсуждения, да, в процессе, так сказать, предваряющий сам референдум. Пытаться вот как сейчас идет ситуация с шотландским референдумом. Да, пытаются
значит, известных людей привлечь к тому, чтобы уговорить шотландцев не проводить референдум. Вот Дэвид Боуи недавно выступал, знаменитый рок-музыкант, который уговаривал шотландцев, не надо проводить референдум и выходить из состава Великобритании, вам будет хуже. Да? Вот в принципе такие формы влияния на общественное мнение, это нормально. Это цивилизованно, это демократично, да. Томас Иванович, 2005 год. 2005 год мы, исходя из своих собственных представлений, даже внутри нашей рабочей группы разбились. Кто-то начал готовить некие предложения по 3 главе, 4 главе, 5 и 7. Да, вот как бы, насколько я помню... Ну, вы знаете, прозвучавшие цифры, я думаю, что ничего не говорят. Значит, третья глава Конституции – это законодательная власть, четвертая – это исполнительная власть, пятая – то, о чем мы говорили, судебная, и последняя – это пересмотр порядок внесения поправок и пересмотра. Сегодня этот вопрос... И, собственно говоря, в 2009 году в таком пакете консолидированно этот проект поступил в парламент, не так ли? Да. Сегодня этот вопрос опять возник, потому что многие из присутствующих и не присутствующих считают, в том числе испытывая опасения по поводу создания новой неэффективной структуры, и к этим опасениям, я думаю, надо с пониманием относиться, говорят о том, что центральным вопросом должно быть это перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной властью. Что у нас сформировано, ну, многие по-разному формулируют сложившуюся политическую систему. Многие говорят о том, что у нас сложилась авторитарно-бюрократический стиль управления. Сегодня прозвучало это, что вот нам нужна еще и административная реформа, реформа управления. Но в том числе у нас существует серьезный перекос в объеме полномочий между исполнительной властью и законодательной. И я один из тех людей, который тоже поддерживает такую точку зрения. Поэтому, в принципе, если вот мое мнение хотите знать, я, конечно, сторонник того, чтобы был подготовлен пакет с учетом вот этих глав, переработки и подготовки предложений и этих глав. И тогда это можно было... У нас получается, что мы вот сегодня подготовили предложение по 5 и 7, мы готовы проголосовать, да? Что-то есть не очень, как бы вам сказать, эстетичное с точки зрения юридической техники и юридической корректности, вот регулярно влезать в Конституцию, понимаете? Если мы сегодня примем, договоримся об этих поправках, проголосовали, внесли изменения, через год опять... А не проще это вот сейчас скомплектовать разом и, может быть, на несколько десятилетий, ну а может быть на 10 лет. Да? Вот так ежегодно влезать и вносить изменения в Конституцию, в этом что-то есть нехорошее. Зарина, а почему так получилось, что первоначальный вариант был вот как бы так немного изменен, и в итоге осталось 5 и 7? Ну здесь, наверное, уже надо обратиться к 4-му созыву парламента, который... Когда президент внес в парламент подготовленный проект конституционного закона, который включал в себя, как сказал уже Томас Иванович, и поправки к 3, к 4, к 5 и 7 главе, была создана, уже, наверное, это и многие знают, что была создана в 4-м созыве согласительная комиссия среди депутатского корпуса. И решение согласительной комиссии... Решением было то, что необходимо принимать только те положения, которые касаются главы 7, то есть порядку внесения изменений и пересмотра Конституции. А сопряженными вместе с этими положениями к главе 7 оказался и Конституционный суд, потому что Конституционный суд при внесении поправок к Конституции он выносит свое заключение. И вот сложилась такая ситуация. В данном случае, конечно же, нельзя не согласиться, было сегодня на круглом столе, прозвучало мнение Марины Пиле, юриста, о том, что была нарушена процедура. Естественно, этот вопрос он даже не требует, наверное, обсуждения, потому что действительно президент внес проект закона, и он должен был быть либо возвращен парламентом в случае, если нарушена процедура его внесения и порядок его внесения, он должен был быть возвращен президентом в случае, если эта процедура не нарушена, его необходимо было выносить на первое чтение в том виде, в котором он был внесен в парламент. И уже в дальнейшем депутаты могли бы либо принять его в первом чтении и в дальнейшем вносить поправки в данный законопроект, либо не принять его, то есть отклонить, можно сказать,
Но вот парламент принял путем согласительной комиссии такое решение. И, не совсем законно, я так понимаю, решение. Ну да, оно, конечно же, оно противоречит внутреннему документу, это регламент Народного собрания, оно ему, соответственно, не соответствует. Когда пятый созыв приступил к своим полномочиям, то уже этот законопроект, он был принят в двух чтениях, и, соответственно, оставалось только третье чтение. Но когда была создана рабочая группа в парламенте по доработке данного законопроекта, на взгляд рабочей группы, данный законопроект, он нуждался в доработке. Да, то есть были какие-то положения, которые необходимо было где-то скорректировать, где-то что-то добавить. И было принято решение, что между вторым и третьим чтением были внесены изменения в конституционный закон, что между вторым и третьим чтением в данный законопроект можно будет вносить изменения. Здесь парламент также руководствовался еще таким моментом, что в принципе при принятии Конституции, главы 7, при вступлении ее в силу, данный закон, конституционный закон о порядке, в который было внесено изменение, о порядке опубликования и вступления в силу поправок Конституции, он будет должен был быть принят новой редакцией, потому что его положения, они не соответствовали бы уже главе 7 Конституции. Ну вот такая ситуация, и сегодня парламент, в принципе, пятый созыв, он продолжает работу над конституционными поправками 4 созыва, и уже в данном случае не стоял вопрос и не мог стоять вопрос именно по процедурным моментам о том, чтобы дополнять его 3 и 4 главы. Вы перечислили 3, 4, 5, 7 главу Конституции, которым, собственно говоря, были подготовлены поправки соответствующие. Зарин, как активный участник этого процесса, о чем конкретно шла речь? Не могли бы вы рассказать нашим телезрителям, что предлагалось в части сбалансированности полномочий между президентом и парламентом? Стоял вопрос, и он был детально проработан в данных поправках рабочей группы и потом уже утвержден Конституционной комиссией. О перераспределении полномочий между исполнительной и законодательной властью в части формирования кабинета министров. Была также разработана процедура, при которой при трехкратном, я сейчас просто уже не помню, это трехкратном не утверждении премьер-министра на заседании Народного собрания, Народное собрание, президент мог распустить Народное собрание. То есть вот это был основной момент перераспределения полномочий. Насколько актуальна, Томас Иванович, как вы считаете, вот эта идея, которая обсуждалась еще несколько лет назад? Я думаю, это актуально не только для Абхазии, для любого государства, потому что кабинет министров — это высший орган управления, да, он занят повседневными вопросами, и наш парламент реально не может оказывать серьезного влияния, да, по нашим действующим правилам и законам. Там прописано, конечно, что парламент может приглашать там на парламентский час министров и так далее. Вот у меня доверие. Вы знаете, что если президент скажет министру запретит ходить, то он может не прийти. Кстати, такая ситуация была в 2000-х. В нашем парламенте такая ситуация была, да. И я уже не говорю о вотуме недоверия. То есть парламент не может оценку давать. Или если он эту оценку даст, то это будет просто сотрясание воздуха. Да? То есть оно никаких юридических последствий не имеет. Обсуждая тему о конституционной реформе, очень многие как бы говорят, что торопиться не стоит. Но разве эта спешка 9 лет с 2005 года идет обсуждение? Как вы считаете, не пора ли? Вы знаете, я не могу согласиться с тем, что у нас идет спешка, с одной стороны, потому что эти процессы действительно уже лихорадят наше общество достаточно долго, вот почти 10 лет. Да. Да. И, к сожалению, надо констатировать, что у нас этот процесс идет очень так, спорадически. Да? То затихает, то опять возобновляется. Иногда этому толчком к этому служат какие-то политические события, там вновь избранный парламент, и иногда наоборот политический кризис полностью парализует эту работу. По-разному бывает, но страдает дело.
страдает дело, потому что вот мы с чего начали, да? Ведь, в принципе, многие наши проблемы, неудачи или упущенные возможности, назовем это так, да, они ведь объективно рукотворны. Угу. То есть это не из-за того, что стихия нам помешала или какие-то объективные обстоятельства. Это мы что-то не доделали. Наша политическая элита плохо сработала. Да? Тут я объединяю всех, и исполнительную, и законодательную власть, и общество в том числе. Человек судит об эффективности власти каждодневным своим существованием. Да? Если ему комфортно, значит хорошая власть. Если он сводит еле-еле концы с концами, значит, власть работает плохо. Ему, в общем-то, все равно, вина этого парламента в этом или президента и так далее. Он плохо относиться начинает к власти. А это, в общем-то, ничего хорошего за собой не несет. Вам комфортно, Томас Иванович, сегодня? Нет. Зарина, вы вспомнили слова Марины Пиля, участника сегодняшнего круглого стола. Она, в частности, предложила отозвать нынешний законопроект образца 2009 года и начать работу над совершенно новым документом. Как вы считаете, это выход? Ну, здесь, опять же, такая возникает в теоретическом аспекте правовая коллизия, наверное, можно сказать. Когда говорится о том, что был нарушен регламент, была нарушена процедура в данном случае, и сегодня предлагается совершить такое правовое действие, которое не предусмотрено, опять же, ни внутренним законодательством, ни внутренним регламентом, ни законом о порядке вступления в силу и принятия конституционных поправок. То есть данная процедура сегодня опять не регламентирована. И я не знаю, а есть ли вопрос действительно возвращать данный законопроект на первоначальную стадию. Здесь, наверное, необходимо учесть такой важный момент, что и в главе 7 предусмотрены сроки. Вот очень много сегодня и в обществе говорится, что все, замок закрывается, и в Конституцию нельзя будет вносить никаких изменений. Ну, здесь, наверное, тоже проблема понимания норм, регламентированных в проекте главы 7. Но и следует, наверное, осветить такой важный момент, что законодатель предусматривает сегодня в проекте о том, что новый порядок внесения поправок и вступления их в силу в Конституцию, он вступит в действие только через год. То есть там определенный срок. То есть в течение года этот срок может быть увеличен, если есть такая необходимость, может быть уменьшен. То есть это пока еще проект. Да, мы можем, в принципе, регулировать нормы как необходимо, как это требует политическая и общественная сфера. И в данном случае, допустим, если увеличить этот срок, да, можно же и в этот срок подготовить все необходимые изменения, которые сегодня требуются у нас и в законодательной власти, и в главе, регламентирующей исполнительную власть. И также в главе местное самоуправление необходимо вносить, уже давно назрели эти изменения. А в главу вторую необходимо вносить изменения. А той же, там же, да, тот же принцип свободы массовой информации у нас конституционно не регламентирован, допустим. То есть есть много моментов, в которые необходимо вносить изменения. И здесь, Левон, если позволите, хотела сказать об одном еще очень важном моменте, что сегодня-то идет работа над реформированием избирательной системы. И если мы придем, я надеюсь, что мы придем к мнению о том, что нам необходим элемент пропорционализма сегодня в нашей избирательной системе, то это должно повлечь за собой и увеличение депутатского корпуса, потому что, в принципе-то, как мы будем... Можно, конечно, на 35 депутатах развивать партийную систему, но это сложно себе представить. И хотя бы до 50-51 депутата нам необходимо увеличение, а это также требует внесения изменений в Конституцию. Да. То есть в данном случае очень много моментов, которые требуют своего изменения. И, не знаю, это никак не мешает. То есть если сегодня парламент принимает в третьем окончательном чтении, он оставляет открытой Конституцию для изменений, которые все понимают, что нам необходимо. Я хотел бы добавить, вот поскольку мы сейчас обсуждаем вопрос, связанный с
процедурой, регламентом и так далее, вот то, что сегодня прозвучало на круглом столе, у меня не было возможности это сказать, но я считаю, что очень важно понимать, что правильность, законность, соблюдение всех процессуальных норм должно гарантировать нам легитимность Конституции. Потому что легитимность поправок – это легитимность всей Конституции. Я могу здесь говорить и о внутренней, как эта легитимность важна, как и для нашего общества внутри. Но мы должны понимать, что мы должны быть легитимны, наш основной закон должен быть легитимен и во внешнем пользовании для этого. Поэтому мы должны понимать, и если говорить о том, я не очень знаком вот с этими процедурными замечаниями, которыми сегодня звучит, но если есть хоть малейшее подозрение в том, что где-то был заступ за регламент, я думаю, ничего страшного не будет, если мы отыграем назад и сделаем все как положено, чтобы все было абсолютно безукоризненно. Потому что Кстати, вы сегодня произнесли такую мысль, что многие вопросы отпали бы, если было бы побольше публичных обсуждений, публичных дискуссий. Скажите, все-таки, Томас Иванович, на чем нужно сконцентрироваться в первую очередь, вокруг каких вопросов, что касается Конституции? Это тоже прозвучало в речи присутствующих. Все-таки было бы правильно, это бы говорило бы о нашей зрелости в большей степени, если бы мы сначала идеологически или концептуально сказали, что же мы хотим. Какую систему власти мы видим ее, в каком соотношении они должны быть. Сначала, если бы это было бы теоретически обосновано, да, потом юристы спокойно бы могли бы, гораздо упростило бы дело. Если бы общество согласилось вот с такой вот теоретической посылкой, мне кажется, если бы и власть, и оппозиция, и экспертное сообщество сказало, да, нам нужно преобладание парламентской формы правления, и все бы с этим согласились, то юридически закрепить это было бы гораздо проще и меньше было бы как бы таких вот непримиримостей. И сегодня или что-то наоборот. Проговорили уже, по-моему, да, Зарина? Эта идея прозвучала, но вот будет ли это сделано, это на самом деле сложный вопрос. Но не неразрешимый. Здесь Левон, да, Зарина. Если позволите, Томас Иванович, вот как раз о том, что вы прокомментировали по поводу легитимизации процедуры. Здесь, естественно, я с вами полностью согласна, здесь нельзя не согласиться, да, с тем, что вся процедура принятия поправок в основной закон государства, она должна быть легитимизирована, и если этого не будет, это и саму суть поправок, она как-то уже... Мы будем хромой уткой. Да. Собственно говоря, и позиция президента, чтобы поправки в Конституцию были приняты единогласно, консолидированно. Не знаю насчет вот единогласия. В принципе, это закон допускает нас 2/3. Но я бы хотела, знаете, что отметить. Да, четвертым созывом была нарушена процедура, был нарушен регламент. Но может ли пятый созыв себе позволить нарушить опять же регламент, чтобы уйти назад, чтобы исправить то, что было сделано четвертым созывом? Ведь это не регламентировано сегодня у нас и во внутреннем законодательстве, и в конституционном законе о порядке вступления в силу и принятия поправок. То есть вот здесь тоже такой вопрос, да, двоякий. Есть, четвертый созыв. Есть там вопрос, но я думаю, там не такая неразрешимая ситуация, потому что регламент все-таки это внутренний документ, вот регламентирующий это. Там проще как бы вот вернуть в нормальное русло. Надо подумать просто. Я думаю, решение может быть найдено без особой головомойки. Да. Нет, но опять же, надо договориться о том, что вот это решение, да, возврат это будет или какое-то другое решение, но оно должно быть действительно принято всеми. Да. В прямом эфире работаем больше 30 минут. Предлагаю закругляться. По традиции заключительное слово за нашими гостями. Начинал Томас Иванович, так что сейчас слово за Зариной. Ну, что хотелось бы сказать. Знаете, Левон, у нас, в принципе, мы юристы вообще давно об этом говорим, что у нас, наверное... не настолько высоко развита, к сожалению, и политическая, и правовая культура. Это проблема нашего общества, нашего государства. И, наверное, из этого у нас и
вся сегодняшняя ситуация наверняка сложилась из-за этого. Просто нам необходимо, и нам, юристам, в первую очередь необходимо, наверное, вкладывать какой-то свой ресурс, насколько мы это возможно нам это сделать, чтобы развивать политико-правовой уровень нашего общества. Это самое необходимое сегодня. Спасибо большое. Я хочу в продолжение того, что Зарина абсолютно точно и выразила общее настроение, как бы, наверное, участников круглого стола, я хочу просто последний аккорд сказать. Я хочу призвать всех наших политиков, политическую элиту к большей ответственности, если хотите, к исторической ответственности, потому что мы, несмотря на тот путь, который прошли, но... Как говорил Владислав Григорьевич, самое тяжелое еще впереди. У нас действительно очень много сложностей, и никто не сказал, что на этих изменениях, которые сегодня обсуждаются, закончится, и эта конституция будет принята раз и навсегда. Придет другое время, надо будет, и жизнь востребует какие-то другие поправки, и будем заниматься другими. Спасибо большое за интересный диалог. Это было «Наше время» сегодня с юристами Тамазом Кецба и Зариной Габеевой. Говорили о необходимости конституционной реформы. Хотя слово «необходимость» в этой фразе скорее лишнее. Системные преобразования в стране давно назрели. Об этом говорят и оппозиция, и сама власть, и общество в целом. Однако конституция – особая субстанция. Внесение в нее поправок требует основательного подхода. Не совсем, возможно, удачная аналогия, но все же. Последние драматические события на Украине вызвало, в том числе, требование вернуться к Конституции 2004 года. За неполные 10 лет предлагается пересмотреть основной закон страны во второй раз. По-моему, явный перебор. Конституция, конечно, не священное писание, но торопиться с ее пересмотром не стоит. Я уже не об Украине. Нам надо взвесить все «за» и «против», выслушать позиции всех сторон и только потом принимать окончательное решение. Тогда и ответственность у нас будет общая на всех. На этом все. Спасибо за внимание. В студии для вас работал Левон Галустян. Увидимся через неделю. Абзерос.